Сайты, которые мы посещаем в интернете, могут быть заражены вирусами. И современные антивирусные программы, установленные на компьютере, с легкостью обнаруживают угрозу со стороны сайта и блокируют доступ вирусов к компьютеру. Сайты в основном заражаются вирусами после взлома, когда злоумышленник намеренно внедряет скрипт, прописывая его на страничках сайта. Проверить сайт на вирусы можно с помощью различных онлайн-сканеров. И один из популярных таких сканеров – это сканер Dr. Web. Нам необходим адрес сайта, который мы собираемся проверить. Найти сервис через поисковик. И кроме Dr. Web будет предложено множество других вариантов. Вводим нашу ссылку и проверяем. Сканер выдает отчет и список всех проверенных скриптов и дает свое заключение. Вирусов нет. Если вы проверяете свой сайт, то можно скачать базу этого сайта на свой компьютер и проверить с помощью стандартного антивируса. Как правило, он тоже с легкостью обнаружит вредоносные скрипты. Для защиты сайтов от вирусов можно установить различные плагины, которые будут вести проверку в реальном времени.